туран Өйтән сүппәт умнулубат Оғысаспын үртабын Кәлін кәрі кәрідес кәм мен кәм чәрия Мен кәпсияқпен дойдым жонын Алғыстылын айманамын ұлладар бүйін Чал күн көріп түнден Сүрдігі сүрдаттыны ден Қотығы сұлыс ата дәтеріне тұйыншаннан арас күмчанырдан сағалылан, от кереті күлімнен, сырдан, бетін тұла мөліенінен саңа сұлыс чанары ұспақты тұрар. Сылтан сыл айы саңа аттары аттан, күрачан артистар Джон Серге бейірі білін ұлан, ұлаатан да баран, талбұт иділерінен үлелән қамсан сұрытталлар дағаны, ұлбағай үрені арғы соңыстан аяллар тұталлар. Икки тыйынча 14 сыллагы Хутугу Сулуска дебют года номинациятын кахайына Аскалон Семенов ыры эгедигер уюллум конкурс сыйнатыгар тахсыбыттан сагаланмыта диэн ийрахтик кепсир. Кини билигин саха көрдөрөр ийдиндерер кампаниятын кереспежени болан айыр үле үгенигер сылжар. Тимир Көлөппунан аяннатан тиен келдим. Дыры доттор таян көрөккө канна хаджабыны. Англия дуо. Ох, Англия болбатах. Франция, Франция ми булбатах. Күнде доктор биге таттылуун улбатыгар сылжабыт. Ырыйга тигер кирбитин бу кутугу сулухукта аксессибестек тойтака бу ан бастыгытын улахан сынага таканылабытын бу кутугу сулус күн күрескә сәгәлә утыр культура кинегер улсы җәйдеге дивин хомста хагылыгытын астак бул таканылабы пун онна уяччы мучуталым лидер фильмна Гоголева миха Әлбәқ білейіне, бұ сығынағы тұттуыны қаптығыны, ол кестеләңнерін бардың арияң бербіте, көлдірбіте, үйрәппіте, үшталын бар олыс дергенек мақтана бұн. Онына бұ сығынаға, ұлған сығынаға аң бастығыдақ сығыметі. Наха долгутулаға та, наха шүгедегі дүйбін, олыс әлбәқта барыстан бұтым, доғыттар бұдан бұтым, ол күн көрескенліктен. 2014 жылға дебют года деген атыл бұтым. Ол атыкытта бу океан лагырга, онна ол лагырга болар российский восход деген бүтүн Россиядагы күн күрескке путевка бербиттере. Онна тиене мен бастык эместен ылан келбитим. Эгелигер 2015 жылга келен кыттыбытым, ол рият бастыка атын ылбытым. Онтон олох Ньогой ханым кирен, син бир олох бу гран-прини лыктакпын деген туран 2016 жылга мен үйүстөгүлөн тиен келен ылабытым. Онна кыджык кихе олус күскө багарар боллагана ситихере биттиен санаанан салайтыран бу 2016 жылга гран-при дюкатыл бутум. Сулус Брайек Миха Даганы, Эльбек Даганы, Оголорго, Бу Конкурсаннарга, Юнкор Дарга, Эльбек Эрели, Чугеи, Билиини,
бербите було ден, тон букадем барысу билеллере було, кдык олхун ден юревин астынабын, кенеке бемеми ырайер булбутум, он сетте халтан бемер бул бакка бу атастарым доготтурум эми минералдар бынылдылар, арадияга албахтеса кастанар ырылар, онтон эми кесиргете улус кетегүлэр, онда кенеке бу бемолокпун ырыны, оны бусурналыстыганы кытта себестенмен, сахлы Виктория радияга Сақы көрдірер етнері кампанияға бұл жолан көрчек шоу ден беремі үйтәл жүгітін паркын бүкіп болу. Оны білеген сетейлі ақтек бұл саңа түн береге корреспондентінен үлелейтім. Тоға әйгін көрдірі бүй Сүрәғім күз кәдәбәрі Санан келер би, курус сананы әрдәри. Күнтен күн үйтаны, олоғым мүрәғі ұстар, ұстар әлмеғі Онтан билен турар бу Кутугус улус проектын курсунанынан кынаттанан көппүт оглор улус элбекпит. Оны бу проектпыт Кутугус улус бу себебе сыллак үбүлөйүгер бука бары бигине үйрөппит такайбыт учталдар бытыгар бу күн күрес салаятчытыгар Татьяна Фанасьевнага бука бары конкурсандарга бу журилерге доктор бутугар атастар бутугар этистинг төлөнө кагар деп тыны табыт өрүү кутугус улуу синикитен бар болдун онна ким кыттылык кыттын баягы тенигитигер сагактары арыяңы түрдүктөн өбдүк ситихилери да баяңыт элбех ситихиленин кыйын котуң онна бу кутугус улустан кынаттанаңыт эникитигер элбех өлгөм ситихилер жөн болуп Туман болбут сахарганы эр одулан туран Эйтен сүппет умну глубат Оғысаспын ыры табы Келин келе керидис кем мини кем жерия Мин кем сияқпин дойдум жолу Алгыстылым айманаммын ылладыр бүй
Наташа Исакова. Именно так телезрители помнят эту голосистую девочку, которая вышла на сцену конкурса «Полярная звезда» сначала в составе вокального ансамбля «Айлана», затем начала выступать и сольно. Сегодня Наталья Большакова, больше известная как Наталья Бриз, продолжает радовать своих поклонников красивыми мелодичными песнями, кавер-версиями мировых хитов. Ее авторские песни «Икки сюрях тенге дептин», «Джоллахпун мин», «Санаджил сандардын», «Аямат эвенкил» публика всегда встречает громкими аплодисментами. Ее можно увидеть на многих концертных площадках нашей республики, на сцене престижных музыкальных премий «Санары», «Этиген фомус доксун». Наталья – желанный гость на радио и телевидении. Полярная звезда. В то время для нас это что-то такое, как будто бы недосягаемое было, а? Потому что мы только-только начали. Вот я ходила в ансамбль «Айлана» при нашей школе 33-й города Якутска. Вот. И мы участвовали на разных конкурсах, городских мероприятиях и так далее. Но когда нам предложили участвовать в «Полярной звезде», мы были в классе в 7-м или 8-м, примерно вот в этот период. И мы думали, что это вообще очень глобальный такой проект. Мы все очень переживали, волновались, хотя достаточно у нас было опыта выступления на сцене. Но именно сам формат вот этот вот, да, то, что республиканский, очень много детей, очень много коллективов, все сильные, да. И там то, что несколько этапов все это было отборочные, да, это вот прям вот что-то такое, как вот мы сейчас смотрим на международные конкурсы, да, вот для нас это было вот под стать такому. Конечно, волновались, специально сшили красивые платья, костюмы, прямо готовились к этому очень усердно. Насколько я помню, мы выступили удачно. У нас даже был приз в виде, в качестве поездки на Ленские столбы. И до сих пор мы прямо все, когда вот встречаемся с девочками, мы тоже вспоминаем, все фотографии храним, прям вот это вот как. В то время даже вот на Ленские столбы съездить, это было вот что-то как бы тоже редкостное, да? Тем более бесплатно. Мы съездили, познакомились с другими ребятами. Вообще это такой большой опыт, не только вот именно выступление на сцене, а вот общаться с другими детьми, находить общий язык, показать себя, выразить себя. Потом все дети очень разные. Вот мы общались, мы кто как может. И даже до такой степени сообщались, что мы потом стали переписываться с некоторыми мальчиками. Вот бабочка Лахула Традембартлерди. И даже мы с девчонками некоторыми скидывались, покупали им эти всякие, в то время были модные рэперские штучки. Клоуны большие, там анархия и так далее, короче, рэперские. Вот. И мы им такие отправляли ценными письмами. Вот так вот. Ну, типа вот помощь, так сказать, в продвижении, в поп-культуре от городских девчонок. Еще хочется отметить, что в то время, когда вот мы участвовали, это конец 90-х, начало 2000-х, не было интернета, не было вот Инстаграма, как сейчас. И мы очень ждали выхода эфира. И знаете что, мы записывали все это на видеокассеты, у меня должны быть сейчас еще некоторые сохраненные, на видеокассеты записывали, друг другу одалживали, мы знали каждого участника там, по имени, по фамилии, как выглядит. В общем, мы очень следили за этим, и вот, как говорится, раньше вот, все вот детишки, которые вот участвовали, они были реально звездами. Вот я помню многих, почти всех помню. Если вдруг они увидят меня, то привет. Вот. Далее, уже в 10 классе я участвовала сольно. Я до сих пор помню, я ощущаю эти трясущиеся коленки. Вот это вот, когда дрожит голос, все вот это вот, да. На меня сделали очень большую ставку, да, прямо вот. А мне сказали, ты, наверное, будешь гран-при, да. Ну, естественно, я на репетициях держалась очень уверенно. Но вот, видимо, то, что на меня вот сделали такую ставку, для меня это еще больше волнения стало. И на самом финале я выступила, ну, не очень хорошо. Я помню, прямо огромная сцена, песня сложная. Мы вообще как бы поем сами академически, да, в то время пели.
Надежда Васильевна Теплоухова, наш руководитель, она нас учила именно с самого начала, да, когда вот мы начали заниматься с 5-6 класса, именно академически. Вот, то есть, значит, все правила, вот эти вот, вся распевка строилась на академическом пении. И вот когда я вроде бы уже опыт достаточный накопила до 10 класса, но вышла на сцену, вот эта вся атмосфера, когда еще на меня сделали прожектор полностью, да, зал был темный, я помню там, что какая-то очень красивая декорация была, у меня очень красивое платье, прямо пышное, такое золотое, да, специально тоже шили костюм, это прямо вот столько всего подготовки было, ну, волнений. На меня пушку сделали, и все. Я пропала, честно. Я вот впервые тогда ощутила, что не так все просто и не так все легко дается на самом деле, да. Я ходила очень уверенно на репетиции, а вот на самом выступлении я спела не очень-то. Естественно, я гран-при не получила. В то время получила Надя. Захарова Надя. Она очень сильная, конечно же. Я в то время только фанатела от таких певиц, да, тоже школьница была тогда она. И, в общем-то, ну, хотя бы лауреата я получила. Но до сих пор прямо вот эти ощущения помню. И гордость все равно есть, потому что добилась такого результата. Я по профессии архитектор, работаю в Якут-проекте уже 15-й год, оказывается. Также у меня есть своя строительная фирма, строим частные дома с мужем. Но песня – это мой друг по жизни. Я выступаю на сцене, участвую на различных мероприятиях, конкурсах. Когда меня зовут на выступление, я с радостью бегу, потому что без песни я жить не могу. Это у меня вот уже с детства осталось, и вообще оно мне очень помогает. Сейчас у меня трое детей, великолепных, две доченьки и один мальчик, долгожданный сыночек. Я смотрю на них, они очень творческие, любят также петь, танцевать, как только музыку услышат. А старшая дочка вообще сама танцует, тоже поет, в детстве всегда пела, младшая сейчас подрастает, тоже поет. Я думаю, что вот участие в таких конкурсах, да, развитие вообще ребенка в творчестве, это очень большой толчок дает в развитии вообще в общем. Для детей это очень хорошее начало. Очень хорошая школа такая, пройти путь такой. Это дается не только для того, чтобы вот выступать на сцене, да, это дает огромный толчок, вот я еще раз повторюсь, да, для развития внутреннего мира ребенка, для становления его личности, вот уметь коммуницировать с другими детьми, вообще как бы в обществе, да. Очень благодарна за то, что в моей жизни повстречалась вот такая возможность, то, что я не упустила этот шанс. Благодарна родителям, то, что они всячески меня продвигали, помогали развиваться. И это сейчас мне вообще дает очень огромную опору, толчок. И тем более, когда у человека есть свое хобби любимое, это все-таки совсем другое. Ощущение умиротворения, гармонии.
полного счастья, можно сказать. Мне кажется, что у каждого человека должно быть свое любимое хобби, а если это еще и приносит какое-то удовольствие не только для себя, но и для других, да, то есть если я таким образом дарю еще и радость, счастье другим, то это вообще, ну это, ну просто одним словом кайф. Поэтому я очень рада, что песня всегда со мной. Всем организаторам «Полярной звезды» желаю личного счастья, мира, добра, чтобы ваши идеи обязательно воплотились. Выражаю огромное спасибо всем вам. Ну и, как говорится, дальше больше. Я надеюсь, что «Полярная звезда» будет не только республиканского уровня, может быть, выйдет за рамки республики. А наши дети все очень талантливые. И я, когда смотрю вот «Полярную звезду», как и раньше, так и сейчас, время от времени поглядываю, я только радуюсь. Очень радуюсь за вас. Жылықпын мен сақып сереген, жоғалдар бақталы болымын. Жылықпын тапталы сүйіп сүйер, доғыр болса ұлтшы боламын.